Дорогие мои, любимые, всем привет. Хотела поделиться, что у меня происходит внутри. Что у меня вообще происходит? Не знаю, накрыла какая-то депрессия. Я сплю очень много, весь режим сбит. Я засыпаю в 6 утра, просыпаюсь, как видите, в 16 дня. А весь, не знаю, ноябрь месяц скорпиона, месяц перемен, когда срываются маски и так далее, выходит скрытое, что-то подсознательное и так далее. Еще сейчас новолуние скоро. Вот, хотела поделиться историей с детства. Вот. Момент, когда я записала впервые свое видео. Смешное. Я взяла колбасу лирную. Вот. И попросила, чтобы сестра меня записала на видос, на камеру. И вот я такая с этим, с колбасой. Ну, подставила ее между конечностями, вы понимаете, да, о чем я имею в виду. И такая вправо-влево, вправо-влево, типа я такая, я папа, я мужчина, смотрите, у меня тоже есть типа член. Вот. И я говорю, Свет, не показывай только это маме. Мне что-то как-то некомфортно, если она покажет. И вот сестра показала. Мне так было, показала это видео маме, и мне было так стыдно. Вот это было мое первое смешное видео. Вот, и хотела, не знаю, мне как-то было стыдно, очень стыдно этот момент, момент как раз с мужчиной, женщиной, как бы уже разделением, да, и пониманием. И момент еще такой вспомнился, как я в детстве первый раз мастурбировала. Я сижу такая в комнате, играю с куклой, у меня там сняты трусы. Я что-то там пытаюсь делать не вагинальный секс, а клиторный. Вот. Как там первый раз девочки мастурбируют или парни. И вот, как бы, что-то такое с клиторным, с клитором делаю, с куклой. И в этот момент входит мама. Блять. Такой страх. Она говорит, ты что делаешь, блять? Я такая, ой. Я не знаю, блядь, как-то растиралась, и мне стало очень страшно, и, блядь, не знаю, все упало, внизу опять вся энергия упала, мне стыдно, я не знаю, что делать, как реагировать. Потом мама ушла в зал, я там спустя время пришла, ее обняла, и все, и как бы, и все. И стена между мной и матерью. И как бы, ну... Как видите, для мамы это ненормально, для мамочек это ненормально, что там дети начинают мастурбировать как-то, уже различать мужчину и женщину. А ребенку психологические травмы, связаны как раз с сексуальностью, с женственностью и так далее. В общем, хотела поделиться этой историей. Просто сейчас анализирую свое детство. Каждый момент я все помню, вот все, каждый момент помню, он у меня всегда в голове. Кстати, я сейчас прям расскажу. Помню первый раз, когда я выступала со стихом. Это было, не помню, в 3-м либо 4-м классе. Вот у нас было... Нужно было подготовить отрывок стихотворения и рассказать его перед всеми, перед учителями. Там у нас был конкурс чтецов. Вот, я помню этот момент, как я, сука, забыла текст, стою перед аудиторией, перед людьми, все там за партой сидят, и я забыла свой текст, это был как раз первый момент. Перемена, перемена, начинается звонок, и все, у меня пустота, блядь, просто внутри. Хочется пить, хочется в туалет. Все забылось, какое-то подтемнение, мне там подсказывают слова извне. Ну, там вот это, дальше, 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 там слова. Я нихуя ничего не помню, конечно же. Этот, вот это мой первый момент, когда я испугалась аудитории,
забыла текст. Я думаю, до сих пор он у меня подсознательно проигрывается на съемках. Вот интересно так анализировать первые вот эти моменты. Уходишь в детство, анализируешь, а потом уже сопоставляешь с внешним, что сейчас происходит. Это называется психологическая работа, работа с психологом и так далее. Вот, стараешься работать над этим, проживать эти моменты, перепроживать и как правильно сделать, что вообще делать в таких ситуациях. Вот думаешь, откуда это все, откуда ноги-то растут. Ноги растут из детства. Потому что я недавно говорила в одном из постов, это когда я была на съемках Лада, на съемке След, роль Лада. Вот я писала, что мне очень тяжело, на самом деле, дается актерство, потому что мне очень ужасно страшно, мне хочется в туалет. У меня очень слабит живот, я очень сильно волнуюсь. Вот до такого момента доходит, что у меня пересыхает в горле. У меня текст забывается прямо на съемочной площадке, у меня камера, мотор. Блять, где нахуй я? Что вообще происходит, блять? Почему я тут сижу? Почему мы что-то произносим, блять? Почему мы эти слова говорим, нахуй? Вот, короче, вот такая хуйня. Хотела поделиться. Всем хорошего вечера.